Доктор прописал ходить вот в таком катарезах, отрез он или на колени, как правильно называется. И он дал рекомендацию, что вот номер дал. 11:30 стоило. Дороговато, конечно. Что у нас в мире сейчас дешево? 3 500 в районе. Ну, попробуем. Походите, говорит, обязательно. Смотрите, вот можно при занятии спортом. Вывихи, боли, коленные суставы, различные эпитеологии. Реабилитация после оперативных вмешательств. Так, сам он выглядит вот так. Пробуем одеть. Колено выглядит вот так. Возможно, неправильно одела. Надо его подтягивать еще. Посмотрю в интернете, как его правильно одевать. Еще потренируюсь. Скорее всего, будет заметен. Ну, куда деваться? Выглядит так. Потом покажу, как в брюках. Заметно, незаметно. Подтягивать надо еще его по колено. Вот так. Подтянула. Посмотрим. Тут идут штуки. Нам поддерживать сустав. Целым. Наверное, надо все равно привыкать. Смотрите, как на коленях выглядит в джинсах. Я поставлю. Пониже еще сделаем. Смотрите. В принципе, его не видно. Немножечко вот тут вот. Хорошо фиксирует ногу. Тренировалась я его одевать. Главное, чтобы все работало. Как врач сказал, не обязательно ходить каждый день. Но сейчас пока гиалуроновая кислота прошла где-то, то есть неделя должна пройти, нужно походить. Потом можно не каждый день. В принципе, у меня сидячая работа в основном. То, что... Ну, редко, конечно, приходится ездить в машине. Будем пробовать, смотреть, пишите свои отзывы. Еще раз покажу коробочку. Вот, порекомендовалась именно сам врач. До этого я обращалась к другому врачу, и пока были там отзывы на коленнике, я тоже показывала. Но, говорит, это все ерунда, именно нужно, чтобы было вот с этим вот, таким вот, как вот вставочкой такой, чтобы вот поддерживал в этом месте сустав. Так, а вот так вот выглядит без одежды, да, как бы. Ну, естественно, на колготочках там у вас что это будет видно. Ну, куда деваться? Главный эффект. Рекомендовал врач ходить, то есть с ним вот сейчас где-то неделю, дней 8-10. И потом при вот каких-то работах, допустим, на огороде. Потренировалась, одевается хорошо. Будем надеяться, что все будет нормально.